Джованні де Верразано. Ти птухте. Мы добрались до Кьянти, одного из регионов, где есть винодельни. И сейчас это наш первый город, а потом мы поедем по дороге Черного Петуха. Ищем на центральной площади, где бы позавтракать. Самое время разделиться. Hello! Ну что, мы идем в самый центр Флоренции. На мост, который называется как? Понте Векио. Ну, по-моему, это был единственный мост, который здесь не взорвался. Это центральная площадь Флоренции, Пьяцца де. Как называется? Это галерея Уффици. Этот город имеет кучу тайных символов. Санта Мария дель Флёре. И что это? Там двери, очень расписные, интересные двери. Они двигатель торговли. Пам-пам-пам. Вот так вот надо петь без усилителя. Охренеть, ламповый пульт, смотрите, друзья мои. А это наш флорентийский стейк. Один. Маленький. Два. Три. Четыре. Пять. Стейк Тибо. Боже.